Так. Потихонечку все присоединяется к нам. Вот такие мы смешные. Солнце яркое. Мы поели вкусные булочки, как всегда. И гуляем напротив Авроры. Выгуливаем мою шопку. Выгуливаем Маську, да. Приехали на перевязку в нашу клинику. Так что все хорошо. Погода в Питере сегодня просто волшебная. Хотелось бы, чтобы она еще была хотя бы 2 недельки. На солнышке, наверное, градусов под 18, как видите, вам вообще футболочки. Как ходит Маська? Маська ходит вот так. О. Так. Доброго вам дня из США, спасибо. Какая была операция? Масе попу делали. Все в Инстаграме, ребята. Я тоже, конечно, был динозавр, но судя по тому, что я стал медийным, пришлось теперь освоить всю эту бредятину. Короче, все в Инстаграме. Так, с попой все хорошо, шикарно. Привет из Екатеринбурга. Кто-то тоже к нам приехал в Питер. Сколько можно делать операции? Сколько? Столько, сколько хочется. Саня, у тебя волосы выпали? Не, остались. Смотрите, они просто в хвостике такие сзади. Короче, это стрижет меня Мася, я тут ни при чем. Судя по всему, Мася у меня хреновый парикмахер. Почему же хреновый парикмахер? Говорят, у меня все волосы попадали. Они все хвостики. Они все хвостики, а хвостик у Маси в кармане. Привет из Белоруссии, Краснодара. Что с Масей? Маське сделали увеличивающую пластику на ягодице. В Инстаграме есть маленький ролик с операцией, какой у нее стала попа красивая. Собственно, вот так вот. Давай сюда, наверное, ставим. Да. У меня теперь самая красивая попа. Давай, иди ко мне, попа. Иду. Подожди, я хочу, чтобы на видео... О, Аврора. Главное, чтобы она не пальнула еще раз. Да. Так, Мася и новый попс. Да. Привет, мужчина, и Мася, привет. Привет. Это мне так еще не писали никогда. Да. Да. Так, почему не наприседали? Почему? За 1.5 года, за 2 года мы сделали почти 17 сантиметров. Ну, от 15 до 17, в зависимости от веса. А теперь пришло время имплантов. Вы из СПБ? Да. Так. А почему там не видно у нас Авроры? Потому что Авроры у нас вот там. А, понятно. А здесь мы. А если мы с тобой станем вот так, сейчас. О, будет и Аврора видна. Но там свет. Нет, там просто все получается. Так, показать попу. Все ссылки на нашего врача в Инстаграме, так что пишите, смотрите туда. Так. Любовь. Трусики покажите.